Слушайте, это секретная информация. Давай. Когда мы ехали без 15-12, помните, я позвонил? Мы загружались в машину. Да. Нам надо было убивать вот несовершеннолетних женщин всех. Видите? А я знаю, у Ленка говорила. Уничтожение ей, полное сразу. Двигай, вообще просто. Стрелять нахуй. Ага. Я готов, но я, если честно, я подохуел. Ну, что делать, ты сам понимаешь, они... Слышишь, Витя, помнишь, мы когда дома были, смотрели новости, мы с тобой говорили на эту тему, кто был мирный, все уехали. Это да, но... Да, нам все объяснили. 14-18 девушек вот. Похуй, просто наповал. Идем в зачистку, вот. И это закрепление. То есть идет первый, и мы через 150 метров идем сзади. И занимаем позицию зачисткой. Мы дождались, бля, я не спал, Светка, 30 лихуем часов, ты представляешь, на мне 2600, а я не знаю, Алиша, тут война другая, Свет, ты даже не представляешь. Да, ты говорил.